Всем привет! Сегодня у меня премьера. Хочу приготовить безе. Для этого нам понадобится. Первый раз готовлю, не знаю, что получится. Противень, пергаментная бумага. Я делала на 3 яйца. 3 белка я отделила от желтков. И нужно на 3 яйца 150 грамм сахара. У меня нет каких-то мерных весов. Я посмотрела, 6 столовых вот таких обычных ложек сахара, это и будет 150 грамм. Сейчас мы сначала обезжириваем поверхность стеклянной чаши. Взбивать нужно стеклянные чаши лимончиком. Вообще по рецепту нужно пол ложки лимона добавить. Но я, поскольку обезжирила лимоном, думаю, наверное, добавлять уже не буду. Итак, взбиваем белки. Сначала взбиваем на маленькой скорости и потом переходим на большую. Первый раз взбила белки, и они вот так вот делаются. Оп, переворачиваешь, и они не падают. Кто молодец? Я молодец. Теперь все-таки решила я добавить лимонный сок, побоялась, вдруг они падут. Добавляем лимонный сок и еще раз взбиваем. Теперь постепенно в эту массу добавляем понемножку сахар и взбиваем. Взбить нужно до полного растворения сахара. Вот такая красивая, плотноватая масса у нас получилась. Но она должна быть нежной и воздушной одновременно. У меня нет кондитерского мешка. Я буду перекладывать эту массу в обычный целлофановый пакет. Берем целлофановый кулечек, отрезаем небольшое отверстие в уголке. Вот лежат испорченные кульки. Одеваю на кружку и буду сюда накладывать. Так удобнее. Перекладываю вот эту массу сюда. Так, сделаем пробу. Вот такие штучки у меня получаются. Делаем. На вид, конечно, они напоминают кое-что другое. Ну ладно. И мы поставили безе в духовку на 100 градусов. Можно на 120, у кого как духовка, на час, ну я чуть-чуть там, час и 5. Поставил предварительно разогретую духовку, у меня вот такой режим, прогрев сверху и снизу. Ну не знаю, будем ждать, что получится. Как я люблю облизывать крем с чашки с самого детства. Какая вкуснота! Красота! Ну, говорят же, нельзя есть сырые яйца, да? Ну ладно, если помру, подам в суд на птицефабрику. Между собой наши безешки или меренги, как их называют, я хочу смазать масляным кремом. Я нашла классический масляный рецепт. Для него нужно, ну я делала половину порции, 100 грамм сливочного масла, где-то 225 грамм сахарной пудры, молоко и ванильный сахар по вашему желанию. Для того, чтобы хорошо взбилась сахарная пудра с маслом, сначала нужно взбивать на очень маленькой скорости и постепенно повышать. Потом постепенно добавлять сахарную пудру. 225 грамм, это где-то, так, 150 грамм, 6 ложек, 6, ну где-то 8 ложек сахарной пудры. Постепенно добавляйте, сначала на маленькой скорости, потом на большей, чтобы сахарная пудра не рассыпалась вокруг. В крем нужно добавить молоко, где-то чуть меньше 2 столовых ложек. И взбить еще минутки 3. Убрать в холодильник и потом мазать наши меренги. Смотрите, вот такие безешки у меня получились. Вот такие. Мне кажется, надо было еще чуть-чуть их подержать в духовке. То есть не на час, а на час там 10 или час 20. И опять же, конечно, без кондитерского шприца они получились немножечко как лепешки. Теперь я беру крем. Я его тоже передержала чуть в холодильнике. Сейчас у меня размягчится. И смазываю, соединяю вот так две стороны. Намазываю маслом, соединю вот так. И получится вот такое пирожное.
когда соединила две половинки с маслом, они получились такие достаточно объемные и уже как-то более презентабельного такого вида, очень даже симпатичные. Вот на 3 яйца у меня получилось 2, 4, 6, 8 пирожных, 16 половинок. Я надеюсь, будет очень вкусно. Сейчас я буду пить чай. Вам желаю приятного аппетита. И не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот рецепт. И также подписывайтесь на мой канал, потому что мне еще очень много всего интересного впереди. Пока!